В один прекрасный день мне стало скучно, и я решил построить магазин, чтобы продавать в нем ненужные для себя вещи. Боже, возить из деревни на работу в магазин жителей – это такой геморрой. Это только с виду кажется, что легко, но на самом деле нет. Я сдох, пока все это смог реализовать. Сначала жителей нужно вывести в башню, потом посадить в лодку, потом этой лодкой спуститься на эту тропинку из земли, которую я сделал. А ночью это делать невозможно, потому что в меня стреляют скелеты и попадают в жители. Это пиздец. Но тем не менее, я справился. Магазин полностью построен. Товар я скоро расставлю, и будут жители. О. Вроде бы ничего значительного не сделал, но такое ощущение, как будто я гору свернул. Все, мы почти приехали, господин пассажир. Опа. Вот мы и внутри. Все, выходи. С вас 100 рублей за проезд. Так, надо поставить кровать ему. Все, заходи и живи теперь здесь. Обслуживай клиентов. Ну, вот, собственно, вот так выглядит мой магазин Шопикс. Товары, конечно, здесь не ах, какие супер редкие и дорогие, но зомби здесь был. Вот. Но товары необходимые. Жратва, всякий редстоун. И все такое. Охранник ходит. Надеюсь, его не завалят, пока я АФК в игре. Вот. Такая вот статуя у меня. Здесь у нас рыба продается, кости, грибы и рыбак. Никто пока жителями не пользуется, что странно. Наверное, у всех уже давным-давно есть свои. Ну и ладно. Здесь у меня продается золото, медь.
И каменщик с картографом. Ну, как-то так. Пользуйтесь магазином, играйте в Emerald Craft.